Девчонки, всем привет! Смотрит в зеркало и выображает. Мы тут собираемся к доктору, я Демку мажу кремом всегда перед выходом за 20 минут, чтобы лицо не обветривалось. Вы у меня очень часто спрашиваете: Ань, ну где же те видео, которые были раньше? Восстановление после рода. Так как детки у меня уже подросли, то, соответственно, у меня чуть поменялась тематика. Но я знаю, что среди моих подписчиц очень много девочек, которые беременные. Которые беременные второй раз, первый раз, третий раз, неважно. Но они опять становятся мамами. И полезная информация для них актуальна. Так как на моем канале ее сейчас нет, она есть только в архиве, то для вас я нашла хороший канал, он называется Huggies Club. Это канал для родителей, будущих и настоящих. Там, можно сказать, сообщество для мам. Может быть, даже и для пап. В принципе, папы сейчас такие, что я думаю, что папы тоже смотрят YouTube и помогают мамам. На канале Huggies Club есть интервью с мамами бизнес и блогер-мамами. Они там рассказывают свои секретики, как оставаться всегда энергичной, красивой и при этом еще быть с детьми. Поэтому, ну, не знаю, я тоже стараюсь, поэтому для меня это актуально. И суперпапами, интервью с суперпапами, поэтому тоже можете зайти посмотреть. Но помимо этого, там есть еще рубрики. Советы акушера по беременности, например. Вот с чем сталкивается беременная женщина, когда она только узнает, что она беременна. И до самого момента, когда уже надо ехать в роддом. Также есть советы педиатра, когда ребенок уже родился, и по уходу за ним, здоровье новорожденного, потому что мамы, они паникеры, и в этих роликах можно найти много полезной информации, а также советы психолога, это тоже очень важно. И классная новая рубрика с Димой Борисовым, ну вы знаете, да, кто это такой? Так вот, там рецепты для беременных, для кормящих мам, для маленьких деток, и я думаю, что будет пополняться, я очень жду, потому что Димит у меня на ПП, на диете, и такие рецепты мне действительно очень актуальны. И также там есть еще, если вы не можете ходить в спортзал, я сейчас, конечно, хожу в спортзал, но иногда тоже занимаюсь дома, есть очень хорошие тренировки, как прийти в норму после родов. Я хоть и не после родов, но упражнениями пользуюсь. Поэтому, девчонки, я думаю, что эта информация для вас будет полезна. Полезный очень канал, поэтому заходите, смотрите, подписывайтесь. Я буду тоже давать вам полезную информацию, но вот то, что вы просите, как раз то, что есть на этом канале. Я сейчас уже актуальности у меня нету, то есть я не могу вам ее дать. У меня дети уже взрослые. Так что заходите, подписывайтесь, я внизу оставляю ссылочку на канал Huggies Club, и вы мне пишите в комментарии, если хотите, я буду вам рекомендовать разные каналы, которые нахожу для вас, может быть, которые я сама смотрю. Не знаю, если вам это актуально, то я буду все это для вас делать. Мы сейчас с Демидом съездим к врачу, я не особо хочу рассказывать, потому что все-таки, блин, эти болячки с одного врача к другому, но... Все равно расскажу, потому что вы просили, много просила людей рассказать, что же с Демидом происходит. Вот, самое интересное, поэтому мы от одного врача ко второму, к третьему. Знаете почему? Я вам объясню. Я из тех мам, которые делают так. Это как бы затратно финансово, но тогда мне спокойней. Я хожу к одному врачу, потом ко второму и к третьему, и два мнения должно совпасть. Если совпало три, это вообще класс. Но если, представьте, не совпало ни одного, ну, например, по диагнозу, это вообще очень плохо. Я иду к четвертому до тех пор, пока я все-таки не добьюсь правды. Вот сейчас идем мы уже третий раз к доктору, чтобы понять, что же с Демидом. Потому что по факту у нас начиналось одно и вылезло другое. Ну ладно, все узнаю, все расскажу. Безопасно. Подписывайтесь на канал. Вот. Ставьте пальчики вверх. Вот, поэтому... И нажмите колокольчик. Дема в курсе вверх, всех событий. Вверх, да. Мы только что... Пропустить. Чтобы ничего не пропустить. А можно теперь я поговорю, а ты помолчишь? Давай. Спасибо. Мы сейчас вышли от врача, клиника Viva. И что у Демида? У Демида уже
5 дней держится температура 37,5, 38, 37 с копейками от ацетона. Изначально у него просто было горло. Я врачу, ну, мы все время были на телефоне, и я говорю, в смысле было горло, а потом стало ацетон. Он говорит, это интоксикация из-за этого. Поэтому, в общем, порекомендовала Демиду трусковец, ну и, конечно же, диету. Диету он, то есть дома мы диету придерживаемся. Единственное, что он начал есть конфеты, не по моей воле, и не буду сейчас пальцем, как говорится, показывать, кто дает конфеты. Вот, но, в общем, диета, диета, еще раз диета. А также он ходит в садик время от времени, там молочку дают. Деме я тоже даю молочку, тоже очень крайне редко, в саду чаще. Но я не думаю, что из-за молочки все-таки ацетон. Но, как бы, вот, что имеем, то имеем. То есть еще раз, в том году у нас вообще жесткая ситуация была. Я отвезла его на море, и все, вообще, все рукой просто сняло. Полгода ребенок не болел ничем, даже ОРВИ. То есть вообще все было замечательно. Сейчас я понимаю, его надо вести или в трусковец по рекомендации врача, да, пить водичку, или опять вести на море. Ну, мы в том году, нет, в этом году еще, да, мы поехали в, ну, я взяла его, племянницу, и мы поехали в Египет, на Красное море и вообще. Так вот, такая вот ситуация у нас. Диета, диета, еще раз диета. Девочки, у кого такая ситуация, пишите в комментариях, как вы лечите, чем вы лечитесь. Врач нам прописал лекарство, но опять же, ничего говорить не буду, потому что все индивидуально, у каждого своя ситуация. Вы просто попросили упомянуть, я упомянула, заговариваюсь, на улице холодно, но я в обновочке, кстати. Я думаю, что надо сделать видео, я вчера... Пока Дёма с Никой спали в обед, я быстренько съездила на Кураж-базар и себе прикупила кое-какие вещи. То есть я купила шубку, я купила рубашку, свитер и летний комбез. Поэтому я прям очень довольна. Мне осталось еще купить сумку и кока-колу. И купить, наверное, какой-то, не знаю, пуховик парку или... Или, может быть, не надо, раз я, в принципе, купила эту шубку. Сейчас Демка была в магазине, купила себе чехол на телефон и зарядку. У меня в машине не было зарядки. Вот такую вот. Кинза привоз. У меня, мне друг подарил на день рождения, моет и стирает. Это Беня и Зубрик. Вот, это такой уже, можно сказать, бренд. Они вот прикалываются таким образом. И мне как бы нравятся их приколы. Поэтому вот такой вот я купила чехол. Мучаю бедного ребенка. Сейчас еще хочу заскочить быстренько в Спортлайф. Сегодня последний день акции. И купить маме абонемент. Абонемент утренний. Нет, с тобой поеду. Абонемент утренний, но премиум. Премиум стоит дороже. И Деме пришлось покупать премиум, потому что премиум у меня. В общем, так получилось, что из-за моей, как бы из-за моей карты премиум вся семья теперь в премиуме. Почему? Потому что можно так оформить семейную карту, как бы семейное посещение. И мама может ходить с Демидом, например, не только со мной. Поэтому вот покупаю маме на год абонемент, чтобы она ходила, плавала. Ну и просто там, может, йога, какие-то занятия, с кем-то знакомилась и не сидела как бы дома в таком формате. Нике... Сейчас 13, 14 будет в феврале, и абонемент ей тоже купится, только в феврале, чтобы он был не детским, а уже взрослым. С 14 лет уже взрослый абонемент. Поэтому у нас такая вся семья будет на спорте. Вот так вот как-то. Все, я выключаюсь, но вы же понимаете, да? Видео продолжается, так что подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и пишите комментарии. Дальше будет. Такое чудо маленькое. Девочки, я знаю, что вы не очень любите распаковки посылок, потому что тут кое-что от брендов, и в некоторых я даже не знаю, что. Я сейчас их буду раскрывать. Вот здесь вот я знаю, что, скорее всего. То есть я не знаю, но предполагаю. Здесь видели на Новой почте вот эти вот книги, то есть к Новому году, в общем, для детей Масили. Что-то. Я сейчас раскрою, посмотрю, если что-то будет интересное, вам покажу. И тут тоже, я не буду показывать распаковку, потому что знаю, что вы ее не любите. Я вам покажу, если действительно будет что-то стоящее. Договорились?
может, для кого-то будет полезно. Заказала 2 свитерка, внизу оставлю девочку и в Инстаграм, наверное, выставлю, покажу, как они выглядят, и сделаю отдельное видео своих вообще покупок, типа такого, потому что я, вы видели, даже шубку прикупила и так далее, поэтому покажу уже в отдельном видео. А вот об этом расскажу чуть-чуть поподробнее, потому что меня смотрят мамы, и это такой, знаете, подарок для деток. Это мне, как блогеру, прислала новая почта. Я не ожидала, и думаю, ну, как бы посмотрим, что тут. И действительно, очень достойный подарок для вот 19 числа. Но, правда... Впереди Новый год. Если вы хотите сделать подарок своим крестникам, детям или там племянникам, то очень хороший подарок, честно. Мы сейчас с Демкой посмотрели, очень круто. Там восторга было. Книга, она такая прям добротная и очень хорошего качества, очень хорошего, лоскунчик. И вот видите, здесь приложение с додатком Wolfbox. Можете, я сейчас, кстати, это сделаю. Можно играть и читать. Также тут две маски. Они пошли вон с Демкой. Ого, мегаго, не видела. Пошли маски там делать. Тут один месяц. Промокод на один месяц. Перейти к кино. В общем, такое. Дальше, вот с чего начать, инструкция. Да, вот маски, размалевка, стикеры, сюрпризы, аудиокнига, просто книга и вот приложение само. Что можно делать, что оно дает. Уже что-то не поделили, уже воет. Так, тут у нас какая-то игра, «Витаем и дружим». Я не буду все сильно рассказывать. Если захотите, вы просто на новой почте как идею для себя возьмете, узнаете поподробнее, можете зайти на сайт и посмотреть. Я же говорю, что это мне прислали как бы детям, да, ну, как бы, можно сказать, чтобы я показала. Я показываю, если это достойно внимания. Я считаю, что это достойно внимания, поэтому и показываю. Тут вот размалевка и наклейки. Вот, вот поэтому... Мне кажется, для деток самое оно, вот, правда. Я приучаю своих детей к книгам, они любят книги, поэтому я считаю, это замечательный подарок, и спасибо новой почте, я с удовольствием показываю, и я думаю, вы тоже оцените. Итак, девчонки, пока Дема грызет сухари и смотрит мультики, я вам покажу. Обещала показать в Инстаграм, как я обрабатываю фотографии. Я не могу сказать, что я их там как-то мега круто обрабатываю. У меня два приложения. Это сам Инстаграм. Также есть вот такое вот приложение. Не, как он называется? Лайн-камера. Лайн-камера, да. Мне очень нравится оно. Вот, я нажимаю и выбираю с альбома. Николь чуть ближе, Ника просто снимает. Тут я вот снимала сторисы, и я выбираю. Тут есть фотографии, которые уже обработаны, вот они до. Вот они, до. И есть после, вот, после обработки. Сейчас я показываю, как я сейчас буду обрабатывать фотографию, которую я еще не обрабатывала. Вот тут вот есть фотка, вот эта вот, мне очень нравится. Это мне Демид сфотографировал, представляете? Я выращиваю детей блогеров. Если вдруг вам надо, обращайтесь, привозите, я постараюсь и сделаю из ваших детей блогеров. Так, нажимаю ретушь. Вот, и всегда делаю в основном, ну всегда. Тут есть, вот видите, она делает фотографии более яркими, и вот тут вот есть гладкость, да, то есть если у вас на коже есть какие-то неровности, то они чуть-чуть скроются. И вы регулируете. Я не люблю, я вот так вот никогда не делаю, потому что, ну, как бы фотография тогда выглядит неживой, и как бы искусственно видно, что она обработана сильно, как бы зафотошоплена. Не люблю так. Поэтому как бы я регулирую, и вот обычно вот, вот как бы на минимум ставлю. Там до 10, например. Сейчас мне сложно, потому что я через экран все это вижу. Вот, но в Инстаграм вы сможете увидеть эту фотографию. Вот, я не буду ее сильно высветлять. Гладкость оставлю. И нажимаю. То есть здесь еще, кстати, здесь еще можно откорректировать лицо, глаза, там прыщики поубирать. Но этим я вообще не пользуюсь, поэтому вам не подскажу. Сами попробуйте. Нажимаю на... Есть, готово. И есть фильтры.
Также можно обрезать, опять же, крайне редко пользуюсь, потому что есть другие программы, сейчас тоже покажу, в которые я там могу подогнать под размер, и, в принципе, пользуюсь самим Инстаграмом. Также тут цвета, здесь балансировка, по-моему, да, вот то же самое, что есть в Инстаграме, но, опять же, я пользуюсь Инстаграмом. Ну, тут тоже можно добавить, например, повысить четкость, да, если фотография слегка там размыта, ну, образно говоря, да, и вот галочка, окей. Возвращаемся. Сохранено. И нет, спасибо. Готово. Я какой программой пользуюсь еще? Так. Вот этой. Здесь видео, фото, коллаж. Если вам надо, например, сделать коллаж, вы выбираете, например, выбрали одну и выбрали, например, еще одну. Вот такую, например, да? Ой, не ту выбрала. Ой, не то. Все, видите, наколбасила. Сейчас мы вернем. Удалить. Я через экран, мне неудобно. Опять же, коллаж. Эти коллажи вот так вот я использую, когда я делаю для видео. Вот, например, вот так вот. Есть. И идет граница. Здесь вы тоже можете поиграться, как вам нравится. Видите? Закруглить или нет. Сделать, вообще убрать границу или ее сделать больше. Раскладка. Сами можете поиграться тоже, как вам удобно, как вы хотите. Вот. Возвращаетесь в галерею. Что тут еще? Нажимаете, например, ОК. И здесь еще есть размер. Здесь подгоняете под размер. Если мне надо для Ютуба, то я нажимаю вот сюда. Вот. Поэтому как бы тут вот так вот работает. Если мне надо для Инстаграма, то это вот квадрат. И опять же, то, что вам надо, вы выбираете. Там ФБ, любой формат, любой размер. Это две программы основные, которыми я пользуюсь. И все. И опять же, мой Инстаграм. Отмена. Я вот сейчас хочу разместить после этой фотографии вот, которая в шубе. Вот так вот. Девчонки, совсем забыла показать, когда была на Новой почте, забрала, купила себе через интернет, заказала лосины с завышенной талией в спортзал. Вот, и девушка меня предупредила, говорит, вы не пугайтесь, они хорошо тянутся. Я взяла 86 на до 94 сантиметров, ну, то есть самые маленькие. Вот, не знаю, как они будут в носке, но, в общем, если мне понравится и кожа будет все-таки дышать, потому что мне кажется, что это какой-то материал странный. Вот, не знаю, как они будут сидеть и как мне будет удобно или неудобно, я вам потом расскажу. Если они реально кайфовые, то оставлю ссылочку на них. Или в зале еще вам покажу, как они сидят. Завтра планирую пойти в зал. Демку оставить в игровой. У него же есть абонемент. Дем, не кричи, пожалуйста. Вот. И позаниматься хотя бы полтора часика. Ай-яй-яй, больно! Тихо. А представь, ты маму ударишь, маме будет больно. Я тебя сейчас скручу в бараний рог. Все? Кого я поймала? Барашку? Какой-то барашка. Барашка кусается! Крокодил! Крокодил какой-то, ты мелкий крокодил, а я тогда кто? Осел. Я осел? А что это осел побеждает крокодила? Какой-то там мелкий крокодил. Я крокодил. Крокодил. Он сегодня так себя вел, так капризничал, так плакал, что я уже говорю, боже, запихнуть тебя обратно, чтобы рассосался. Так нет, уже не залезет. Уже большой.
Уже огромный парень. Будь здорова. Мы мешаем Мике уроки учить. Тихо, не перелей тут вода. Давай. Делаешь много глотков и сразу залпом глотаешь. Молодец. Запиваем водой. Молодец. Давай глотай. Смотри, осталось еще. Мы пьем море. Море пьем, пьем море. Давай море, 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 море пьем. Запиваем водой. Да, знаю, гадость, интерсгель неприятный, что поделать. Нужен тебе ножик. Давай, 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 пьем море, пьем море, пьем, 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 пьем море, море, море. Отлично, запиваем водой. Давай, давай. Ты молодец. Дальше. Давай, пьем море, 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 море. Молодец. Дёма пьет море. Оно невкусное. Оно такое противное. Но оно безвкусное, просто оно противное. Давай. Ну, ты видишь, какой храбрый? Ты умница. Тут осталось всего ничего. Последний глоточек. Гадости на ночь. Ну, это волшебная гадость такая. Она полезная-полезная, животику сделает хорошо-хорошо. Она на вкус такая нехорошая, она очень полезная, давай. Опа, молодец! Да? Да, сейчас забрызгаем горлышко, и все, и пойдешь спать. Нет. В объятия к морфин. Ника, морфин или морфин? Я не помню. Мультик! Мультик? Что, одну серию? А! Мультик-пути-мути. Мультик-пути-мути-пути. Машинка уже спать хочет. Мути-пути. Хорошо, одну серию, да? Да. Все, забрызгивай. Открывай ручку. Мути-пути. Все. И подожди. Намазать. Намазать. Давай, бантенчиком губки намажем. Намазать. Обветрились. Мама. Только давай не облизывайте, хорошо, пока? Вот они уже начали проходить. Вот так вот. Пока не облизывай, ладно? Угу. Они быстренько сейчас питаются вокруг, мама намазала. И давай вот тут еще на щечках. Что ты сегодня гулял на улице? Щечки теперь такие. Печет. Печет? Ой, ты маленький, мой хороший. Ой, эти лекарства, ух, эти болезни, ух, это зима. Ну, уже у меня не болит ничего. Ну, это хорошо, что у тебя ничего не болит. Теперь мы делаем так, чтобы вообще не болело. Ноги. Теперь надо, Демушке, на море надо поехать, да? Не... Поедем на море? Голову уже не болит. Супер, осталось вылечить твою поджелудочную. Мне не нравятся твои глазки. Они были как год назад. А уже они... Поджелудочная дается. Еще классно. Красный, ну, да. Уже, я хочу, жду, как уже на море пойти. На хочу. Море хочешь? Да. Mm-hmm. Поедем на море. И в трусковец надо поехать, животик полечить, да? Mm-hmm. А после Нового года поедем на море, да? Мама денежку заработает и поедем на море. Mm-hmm. А там будет майки и коки? То я не скачусь по воду. Как мы в Египте делали, да? Нет. А где? Маленькую. Маленькую хочешь горку, а да? А после не хочу. Ты испугался тогда, да? Да. Да, хорошо. Ну, мы будем, знаешь, как? Мама будет тебя ловить. Помнишь, как тогда? На маленькой горке я тебя ловила, помнишь? Нет. Все равно боишься? Угу. Потому что маме не доверяешь. Не хочу, потому что она высокая-высокая. Так, а мы не в этот... А я ныну по ней, а я не хочу нырять. Так хорошо, мы не будем нырять. Мы вообще поедем в другой отель. Маме в том отеле не понравилось. Каким? Ну, в котором мы были отель. Поедем в другой отель, да? А я хотела там кушать еще. Там кушать, есть, да? Еда? Там есть еда, да. Тут там... Давай какой-то...
Давай Юлю возьмем. Юлю возьмем? Да. Ну, мы предложим Юле. Если она захочет, поедет с нами. Но хотелось бы Нику еще взять, да? Тогда Ника не смогла поехать из-за школы, а сейчас можно ее взять. Ну, давай еще всех возьмем. Всех возьмем? Да. Хорошо. А кого Катю. Всех? Катю с Петей? Да, Юлю. И Юлю возьмем. Давай, все вместе поедем, нам будет весело, правда? Угу. Хорошо. И Петю, конечно. Конечно. Вот кого это. Еще возьмем? Нашего друга, который в Египте был, он по-русски разговаривал. Он по-русски говорил? Да. Это тот аниматор, который тебя развлекал? Да. Его как зовут? Ой, я уже не помню, если честно. Он хоть и по-русски говорил, но он был не русский, я не запомнила его имя. Он говорил так хорошо, его зовут. Mm-hmm. Точно. Но я тоже забыла. Он... А возьмем Дашу с Софией? О, да. Да? Я думаю, вам будет весело. Угу. Хорошо. Они тоже на море собираются. Можем вместе поехать, да? Всех! Все вместе поедем, чтобы было весело. Угу. Ну, все договорились. Все, одна серия мультиков, мы пойдем спать, да? Да. Все договорились. А потом я проснулся, мы пойдем куда? Ну, завтра мы проснемся, если я быстренько тебя накормлю, дам все лекарства, тогда я успею в спортзал, а ты поиграешь в игровой комнате. Но не знаю, посмотрим на твое состояние. Договорились? Да. На. Это твой лоскунчик. Вот назначение врача, вот Демкины лекарства. Вот. Сегодня докупила. Докупила я. Боже, как он называется, уже забыла. Бетаргин. Вот еще что назначили. Мам, меня поставили. Протефлозит. Энтеросгель, Креон, Эдем, Тантум Варде от горла. Нарофен стоит на всякий случай, если вдруг температура. В общем, нос капаем аквамарисом. И у Демки началась аллергическая реакция уже на лекарства. Бибантеном мажу лицо, и вот эдем на ночь идет тоже противоотечное. В общем, на самом деле жалко ребенка, такое количество лекарств. Я хочу отвезти его на море или хотя бы в Трусковец. Или море и Трусковец желательно. Ну, посмотрим, как Бог даст. Девчонки, делюсь лайфхаком. Мама научила еще с детства, так как мы жили в Грузии, вот эти вот фрукты, гранаты, они росли у нас на кустах. И с детства мы их не то чтобы ели, мы их пили. Знаете как? Выбираете вот такой вот гранат. Он должен быть небольшой, желательно, чем он меньше, тем он будет лучше. Сейчас объясню, почему. И вот чтобы он был вот слегка такой, видите, уже какого цвета. То есть не чисто красный. И, конечно, есть разные с разных стран, и у них разный сорт. Но в основном в магазинах продают вот такие вот. Если есть вот такое, вот, знаете, как серенькое, это уже говорит о том, что он спелый. Что вы делаете? Вы смотрите, чтобы он был целый. Начинаете его вот так вот надавливать со всех сторон. Давите, давите. Только очень аккуратно, чтобы не сделать дырочку. То есть не шкурку не продавить. Давите, давите, давите. И когда вы прям очень хорошо его надавили, когда внутри вы чувствуете сок, зубиком надгрызаете, ну, я так делаю, и сразу оттуда сок пойдет. И вы вот так вот продолжаете давить, уже через эту дырочку будет идти сок. И я вот так вот гранат давлю, 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 и, можно сказать, выпиваю его. Он остается вот в таком как бы выпитом состоянии. Сейчас вам покажу, в каком. А Демиду, потому что у него сил не хватает, даже если я ему подавлю, ему потом не хватает сил додавливать дальше. Я ему давлю в стаканчик, и он просто пьет сок. То есть натуральный гранатовый. Сейчас покажу, как это у меня выходит. Все, он относительно мягкий. Ну, я не знаю, видно вам или нет. Видите, я давлю, видите, он мягкий. То есть внутри сок уже. И сейчас я надкушу, выпью сок и покажу вам,
в каком состоянии он будет после того, когда там ничего не останется. Сейчас Демид спит, Ника в школе, и я делаю себе маленькие перерывы, такие получасовые, иногда часовые, и или читаю, или работаю, но еще стараюсь от работы чуть-чуть отдыхать. И вот начала смотреть сейчас сериал, называется он «Рассказ служанки», мне посоветовала подписчица. Он такой слегка депрессивный, но он дает, знаете, как понимание ценности того, что ты имеешь в данный момент. Кто не видел, можете глянуть, кто видел, напишите, как вам, вы досмотрели или нет, потому что мне многие, вот я в Инстаграме показала, а мне многие сказали о том, что Ань, типа, он очень тяжелый. Еще мне подписчица, уже другая, посоветовала фильм «Шучу» с Джимом Керри, говорит, что он там вообще не комедийный, но я его гляну попозже, уже после этого сериала. Напишите мне, пожалуйста, под видео этим ваши любимые сериалы. Так вот, почему я начала делать такие перерывчики? Потому что я понимаю, что когда вот эта вот гонка, работа, дом, дети, и ты как бы выматываешься, поэтому надо переключаться на книжку или на какой-нибудь фильм, то есть давать возможность отдохнуть самой себе. Просто у меня сейчас мама уехала, и Дёмка заболел, Ника заболела, но она сейчас как бы более-менее в школу ходит. Но мы тут вот сейчас буду делать, и она вернется, буду делать ингаляцию. У нее что-то с носом, какие-то проблемы с носом. Я уже нашла, в принципе, врача. Вы, если что, Лора, тоже посоветуйте внизу в комментариях в Киеве. Надо отвезти ее к Лору, потому что у нее вообще как бы, ну, у нее есть аллергия, но сейчас у нее не аллергическая. И вот мы иногда путаем, и она сама путает. Я говорю, Ника, у тебя аллергия или ты простыла? Да не, по-моему, аллергия. Я вот наблюдаю за ней, где аллергия, где простыла. Это аллергия, то есть, то ее нет. В общем, то все нормально, то все сразу, знаете. И причем я заметила, что вот октябрь-ноябрь у нас каждый год дети болеют. Вот октябрь-ноябрь, когда вот это похолодание идет, это просто что-то. Поэтому сейчас думаю, или Демку отвезти куда-то в тепло с Никой, или в Трусковец, как врач посоветовал, водичку попить. В общем, вот так вот. Ладно, начала с одного, как обычно, закончила другим. Сейчас пока буду пить гранату, посмотрю третью серию первого сезона этого сериала «Рассказ служанки», а потом уже начну заниматься домашними делами. Мне, кстати, Ника помогает. Вот, например, если она моет посуду, я готовлю. То есть это слегка разгружает. Но заставить что-то сделать... Это можно сказать через палку. Ника. Мне иногда легче сделать самостоятельно, нежели ее просить. Но в любом случае она большая помощница уже. То есть она взрослая, уже как бы на нее можно положиться, но тоже не всегда. Она, знаете, у меня все равно как ребенок, такая вот прям малышка. То есть я вот вспоминаю свои 14 лет. Нельзя, наверное, детей сравнивать, тем более с собой, да, как бы мы были одни, дети другие. Но я была более какая-то ответственная. Нике говоришь, Ника, ну, я, например, оставляю Демида с Никой. Там езжу там в кинотеатры на предпоказы или на какие-то мероприятия. Вот, и говорю, Ник, там, я же тебя попросила сделать это. Она, ой, забыла. Я думаю, ой, лучше вот это вот даже ничего не просить, пусть вот это просто сидит с Демой. Но они читают книжки, рисуют и смотрят мультики. Знаете, как есть с кем посидеть с Демидом. Уже хорошо. Ладно, все. Оставайтесь. Я, кстати, надеюсь, что мои видео, как вы сказали, что когда вот такая вот сборная солянка, когда все и о жизни, и о детях, и о каких-то советах, да, вот, можно сказать, элементарно, кто-то знал, кто-то нет, но надеюсь, что кому-то пригодится так, ну, как бы такой совет. Поэтому мне кажется, что если вы будете ставить лайки и писать мне в комментарии какие-то вещи, что вам нравится, что нет, ну, как бы я хоть буду понимать, да. Поэтому спасибо вам, что вы пишете комментарии. Это правда. Это большая отдача для меня. Дырка уже большая. Вот. Видите, он мягкий стал. И плоский. То есть я выпила его полностью.